Ну что ж, ребята, всем привет! Мы снова продолжаем проходить игрушку Вольфенштейн, молодая кровь. И сейчас у нас будет бой с этим офицером. Ну как офицером? С нашим знакомым, который нам уже больше не друг. Рядом могут быть враги. Смотри в оба. Итак, нам надо сейчас при помощи нашей новой способности вышибить двери. А то есть вот так. Вон он! Я его вижу! Где? А. Ты как раз успели к самому главному развлечению! Откуда у вас столько сил? На тебя впритык. Конечно. Надо к нему впритык подходить, чтобы больше урона было. О, да. А вот теперь лови. Куда? Ах ты урод. Какого? Убегает. За ним! Да, и он промазал. Победа или смерть, Софи. Помнишь, мы с тобой до смерти успеем еще наворотить целую кучу дел. Ножей нету. Блин, мне обязательно пахать. Не, вроде можно залезть. Слава богу. Ой. О, нет, беспилотник. Ну нафиг этого беспилотника. Мне бесит. Ну ладно. О, ну-ка, мы сейчас кого-то убьем, походу. Давай. Ключом бога. Блин, что ты хочешь пробраться по тихому? Чё, как? Вот только вот куда нам дальше? Что-то я... А, вот. Сюда. Да. Тебя надо поломать. Все.
тут меня зажали. Ку-ку. Сейчас помогу, да. Отпад. Сломается. Тоже не ломается. Ну и ладно. Ладно, я вас понял. Воу-воу. Что стрелять? Нет. Ладно. А вон, там мага, это все нормально. Ау. А вон, я так и знал. Thank you.
Да, вот вопрос завалили. Очень упали. Куда? Серьезно, можно сюда упасть? Камон. Ладно. Что? Типа что? Да, как мы в то время здесь. Чё, готов полететь здесь? У нас гости, Соф. Здесь, Джек. Или не совсем? А что нам делать? Ладно. Очень интересно. Я даже не умер ничего. То есть я тупо в текстуру упал. Ух ты. Интересно. Ладно, я не туда, короче. Для этого. Thank you.
Ау, ау. Опять ранили. Ладно, проиграли. Черт. Я пытаюсь. Блин, эти еще. Молодчина, Джем. Ну, спасибо. А, да. У тебя голова. Нет, только не падай. Он вообще не двигается, типа, тупо стоит. Надо его скорее сбить! Да, и мне помощь, типа... Ладно, забей. О, нет, ну еще последний хп у нас. Нельзя снимать. Спиной к нам повернись. Долго вы там стояли?
Смотреть падение. Может, не надо? Так. Давай-ка вот это. А, не-не-не, я... Да, так чем? Ой, как... Блин. Блин. Тут невозможно, тут что-то другое надо делать. Ну его нафиг. Пипец. А чё он такой жесткий? Или мы просто такие слабые? По уровню не подходим, походу. Да, 35 у меня какой. У меня 34-й. Чё? Чё-то я не вижу вообще проблем никаких. О, как пистолетик хорошо идет. А нифига, мы наверх можем? Ну, то есть мы все это время могли просто наверх еще попасть. Это было глупо. Возьмем так. Сделаем так. Найти оружие, которое его пробьет. Что? О, да. Это точно наш размер. Я знаю, что он здесь нам провалит. Ту-ту-ту-ту-дум. Валим.
он... Софи, ты что делаешь? Чего творишь? Прям под пулю попала. Молодец. Да где он? Где он? Откуда он попадает? И они хотят, чтобы я дрался с этим... Децелом? Каким боком? А где ты? Я не знаю, как его дамагать. Он что, дамагается? Нет? Что мне тут делать надо? Нет, но она даже их не ловит. Самый оптимальный сейчас вариант, это не знаю. Бегай. Попадай по патроны. А, это вот этот мудак. Я думал, это он постоянно. Так, иду вниз. Так, я что-то идеи не слышу от этого NPC. Что нам делать? Беги! Ой, дура. Ре. Ну да. Что нам делать, алё? Я не дамагаю. Ненавижу, когда я не знаю, что делать. Конечно же. Это все хохочет. Софи, зачем ты тут? Это все. Да нет, опять этот дебил. Да и что, и что, и что, и...
Нет, нет, только не по нам. Слушай, знаешь, что иди нафиг? И оттуда. Буквально патрон. Нет, пока я сказал. Ну да, все. Да, 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 я понял, это где-то. Не, ну это нереально, типа, ну все. Я сдаюсь. Пока что. Дальше что? А, скажешь? Я думаю, нет. Я в норме, всё. Я раздавлю вашу упадь! Давай, Джефф! Надо подключить! Я пытаюсь! Или серьезно, его надо мочить так-то? Ладно. Черт. Ты что тут делаешь? Нацистскую мразь.
Там бы брони поискать. Походу я понял, как его нам можно победить. О, стоп. Ну-ка. Что если... Они повороты. Нет, 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 стой. Дробовик, где дробовик? Вот. Ну, блин. Давай, 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 давай. Нельзя остановить возвышение! Давай, 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 давай! Ну давай, все, нашел слабое место. Да, все. Наконец. Эй, Софи. Ты бы в другом измерении что делала? Я написала бы свою первую книгу. Ну и о чем? О двух сестрах и их приключениях. Охеренная будет книга. Ясное дело. А ты? Гуляла бы где-нибудь в полях, где солнышко светит, ветерок дует, вокруг куча зверья. Радовалась бы жизни. Интересно, кто же? Кажется, догадываюсь. Ваня. Устроили тут? А, нет. Нифига не батя. Вот он. Эбби, больше никогда так не делай! Чё это? ФБР-то не справилась бы. Чёрт. Слушайте все! Мы сорвали планы по созданию четвертого рейха, но это всего лишь отсрочка. В одиночку нам не справиться.
Нужно искать союзников по всему миру. То есть, значит, ты нас бросаешь? Пока мы в отъезде, вы остаетесь за главных. Мы справимся. Не вопрос. Нашим девочкам все по плечу. Это то. Что будет дальше? Скоро сюда заявятся берлинские дружки Жужу и Лотара. Мы будем ждать их. Класс. А пока, сестренки, есть дело. Валяй. Захватите как можно больше технологий Лотара и Жужу. Нам надо готовиться. Почему? Ну, к концу света. Ага, ясно. Если нацисты поднимутся в небо, придется и нам. Мы не дадим этим мудакам победить. Это уж точно. Скоро дождь, девочки. Ну вот и концовка. Давайте ее пропустим уже. Так. Я так рада, что вы нашли своего. Мне кажется, это еще не все, потому что мы не все задания дополнительно прошли. Так-то. Привет. Страшновато. Бен, бонжур. Птифий, вы знаете Обер-Ассасина? Злобный генерал Атар Брандт создал его в 1975-м, чтобы тот нашел и перебил всех повстанцев Парижа. Он еще жив, продолжает охоту. Дерзайте. Убейте эту тварь. Удачи. Я вижу свет в конце тоннеля. Спасибо тебе. Бен, бонжур. Бонжур. Привет. 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 Я все еще в шоке. Извините, что сомневался в вас, девочки. Спасибо, что спасли нас. 40-й уровень. Еще до вашего прихода Жужу и Лотар устроили ловушку, чтобы выманить нас из катакомб. Некоторым все-таки удалось выбраться. Но несколько человек потерялись в туннелях под землей около лаборатории X. Прошу вас, попытайтесь найти наших друзей. Удачи. Лады. Так. Помочь жителям Парижа. Окей. Статуя Гитлера. Я знала, что у вас принесли что-то полезное из лаборатории. Имею в виду. Теперь здесь вам скрытно? Давай, я за. Так, у вас где-то есть статуя Гитлера? Ну-ка.
сути, они должны быть в главном холле. Находиться. Но это не ломается, так? Не, ломается. Серьезно. Камеру Жульена должен быть в комнате рядом с диспетчерской. Здорово. Главного коридора. Откройте все двери, ведущие в камеру. Скажи, что нас еще не видел так долго. Хочешь пробраться по-тихому? Вообще пофиг. Ну-ка. Снайпшот. У него стояла бессмертная. Похоже, это пульт управления дверью. О, да. Помоги мне с пультом управления дверью. Я иду. Все получилось. Похоже, подкрепление уже здесь. А нам пофиг на то. Подкрепление. Пока. Да не, не обязательно. Да, ты сможешь. Знаю. Изи. Да, давай-ка следующее задание. Статуи не. Во. Я взломала камеру наблюдения рядом с башней. Группа заключенных спасается бегством. Вроде вижу среди них Жульена. Вы молодцы! Пробраться по-тихому?
значит, нам туда. Ищем здесь пропавших бойцов. Решила провернуть все без лишнего шума. Что-то я не наблюдаю, как туда попасть. Видимо, вообще не там. Кажись, мы не в той стороне. Ага, это не то место. Ладно. Заблокирован задание. Ух ты. Хм.
вопрос, куда нам? Бедным крестьянам податься. А, точно, мы еще тут были. Ага. Открыто не... А, вот. Театр. Твою мать. У меня дурное предчувствие, Софи. Эй, тут рядом какая-то дискета лежит. Интересно, правда? Так, еще статуя Гитлера есть? Вроде не вижу. Внизу. Я не по-тихому убежал. Не отсюда. Я вынес. А, вот.
а чё они так больно бьются? Кто из них такой? Мне тут помощь нужна, Джесс! Да не, вроде никто. Я снова в деле! Сейчас мы ему строим! Пистолет это мощь. Так, нам надо куда-то в другую сторону теперь. Ага, наверх. Наверх. Как нам наверх попасть? И, кстати, о прокачках. О, это ПНВ. О, в туннеле поможет. А во. Хаммер, что мы можем прокачать такое. Ну ладно. Чтобы наверх попасть, нам нужен другой лифт. Не этот. Главный.
бы нам наверх попасть. Ну блин, а другого лифта я не вижу так-то, кроме этого. Еще статуя, кстати. Сломать надо. Эй, Софи. Эбби про своего отца что-то говорила? Что он был каким-то крутым адвокатом, мочил нацистов вместе с папой в 60-х. И еще там было что-то про пришельцев. Пришельцев? Фига себе. Блин, мне походу все-таки назад надо. А то что-то пропустил. Скорее всего. Только непонятно, куда он, вверх идет или вниз. Тоже гадать надо. Да, но тут никакого подъема дальше нету. Вот в чем прикол. Но это не подъем тут. Вести код. Какой код? Ладно, давай поищем код. Сейчас есть? Не.
Слушай, а этот киберпилот прикольный. Ага, киберпилот звучит клёво. Жаль, он сломан. Некого пока что бить. Да вообще мы еще другим заняты. Ну блин, я уже все осмотрел. Тут даже намека нету на какой-нибудь ключ-карту. Запомните, даже если вас убьют, вы сделали все, что могли. Многие даже не пытались. О, это так мило, Эбби. Значит, сейчас мы за главных, сестренка. Так, есть идея. Опробуем ключ Бога и посмотрим, сколько завалим нацистов. Ладно, ребята, думаю, на этом сейчас закончу. И уже продолжим в следующей серии проходить дополнительные миссии. Так что ждите видосов.